Меня зовут Помазанов Павел, и сейчас я вам расскажу о части наших проектов нашей компании. Первый основной проект нашей компании – это Alien Cloud. Это единственная платформа, которая объединяет в себе и облачный майнинг, и биржу криптовалют, и майнинговый пул без комиссии. Одним из основных наших плюсов является то, что все наши контракты довольно выгодные и долгосрочные. Также второй наш продукт – это первый в мире защищенный мультивалютный локальный кошелек. Его большой плюс в том, что он может работать с топовыми валютами. Сейчас локальные кошельки работают максимум с одной. И вместо 500 гигабайт места на жестком диске он занимает всего лишь 150. Также у нас сейчас есть платформа Theo Coin. Это по факту наша криптовалюта. И платформа по созданию индексов, а также для их продажи. Мы сейчас прошли стадию pre-ICO, собрали порядка 100 тысяч долларов, сколько и ожидали. Сейчас выходим на стадию ICO и там собираем порядка 5 миллионов долларов по плану. Все наши платформы собраны в единую систему, потому что наша стратегия развития – это продвижение платных продуктов посредством бесплатных или условно-бесплатных до клиента. Источников дохода у нашей компании довольно много, поэтому назову, наверное, два основных. Это продажа мощностей облачного майнинга, а также доход с оборотов криптовалюты на нашей бирже. Текущая география у нас пользователи сейчас в 40 странах мира, но 70% пока что из СНГ. Это связано исключительно с тем, что мы стартанули, соответственно, в Российской Федерации. На данный момент у нас 6 тысяч клиентов, но к концу 2019 года мы планируем порядка миллиона клиентов. В принципе, это довольно просто. Текущая выручка за два квартала 2017 года составила 23 миллиона рублей, чистая прибыль порядка 2 миллионов рублей, не считая ICO. Также наросли криптовалютные активы порядка 8,5 миллионов рублей и стоимость оборудования примерно 12,5 миллионов рублей. Оборот по торговле, который мы планируем, который был в четвертом квартале 2017 года, это 21 миллион рублей. Планируем выйти на оборот в 117 миллиардов. На самом деле это не такой большой оборот, это менее 1% от одной из крупнейших бирж, а даже не от всего рынка. По депозитам. На данный момент мы планируем к концу 2019 года получить, так скажем, депозиты в районе 15 миллиардов на всех наших устройствах, на всех наших продуктах к концу 2019 года. На данный момент проекту порядка 15 миллионов требуется. Основные расходы – это рекламные расходы, увеличение штата и юридическое сопровождение. В принципе, для инвестора простой довольно продукт и предложение. Мы продаем долю в действующей IT-компании уже с прибылями и со статистикой и готовы помочь инвестору выйти из проекта на любой из стадий. Это основные наши сотрудники. У нас сейчас в компании порядка 20 сотрудников, но из них 11 – это программисты и 9 – это сотрудники, которые инженеры и так далее, то есть вспомогательные. Также хочу сказать, что все цифры, которые были приведены в презентации, являются рублевыми, лишь для понимания. По факту вся прибыль у нас в валюте, то есть в долларе, и все цифры указаны без учета роста рынка. Вот. В принципе, все. Спасибо большое.